Всем привет! Сегодня в ремонте Toyota Prius. Итак, машина в мастерской. Буду ремонтировать перед. Владелец уже заменил подвеску и поставил колесо на место. Прежде чем начать ремонт, немного разберу перед. Перед разобран. Теперь я буду тянуть, измерять, опять тянуть. Когда размеры будут в норме, я заменю поврежденные детали и покрашу их. Итак, немного потянул, еще немного разобрал. Теперь сделаю измерения, и тогда буду знать, как двигаться дальше. Thank you.
После примерки усилителя бампера я выяснил, что правый лонжерон находится немного правее и ниже. Ставлю его на место. Еще немного надо потянуть. Усилитель бампера стоит на месте, но правый лонжерон находится ниже. Эту проблему будем решать так. Левый лонжерон оставим на месте, а правый под ним. Все отлично. Теперь покрашу новые детали, затем их установлю. Также немного подровняю детали, которые останутся на машине. Детали переда покрашены и исправлены. Начинаю установку и крепеж деталей переда.
Работа с металлом закончена. Устанавливаю колеса, и машина уезжает в малярную мастерскую. Через 2 недели машина вернулась к покраске. Собираю ее. Ремонт этой машины закончен. На этот ремонт ушло 38 часов моей работы и 2 недели в покраске. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы увидеть новые видео. Пока!